Всем привет! Сегодня у нас наконец-то долгожданная распаковка посылок. Большущая куча пришла. Не знаю, там копили, что ли, их на почте, что с ними делали, что принесли прям, ну, как обычно они это делают, соединяют степлером и несут. Аж три кучки было таких. Сколько дней они их собирали, не знаю. Ну и будем по порядку. Так, первая посылка. Я уже их все вскрыла, потому что это долго будет, если сейчас каждую будем вместе вскрывать. Так, вот так. Вот в такую штуку упаковано, в такой уплотнитель. Простой мешок. Так, что тут такое? Честно, вот что в коробках, я не знаю. А, это брелок. Брелок. Ой. А он поломанный, что ли? Смотрите. Блин, а он что, сломанный или что с ним? Что это такое? Так, сейчас посмотрим. Так, это батарейки. Интересная штука. Что тут такое? Так, я не могу немножко понять. Три батарейки. Тут это микросхема. Так, сейчас попробуем сложить, посмотрим. Угу. Тут батарейка или что это? А, девочки, эта батарейка разломалась, получается. Смотрите. И мы не проверим. Он должен светиться, разными цветами мерцать. И вот здесь вот, если вы увидите, вот такая, такой розочка такая. Вообще он должен быть шикарный, красивый, но не повезло, но что делать? Ладно, все равно за него уже давным-давным-давно вернули деньги. Так, убираем это все барахло. И, ну, наверное, на мусор, что я с ним еще делать-то буду? Тут уже ничего не придумаешь. Да, все руки вот испачкала. Ладно. Не плакать же, правда же, поэтому-то. Все руки грязные. Так, ладно, дальше. Следующее. Угу. Здесь, я так понимаю, это, скорее всего, у меня пришел гель. Так, я одну минутку протру руки, а то как-то не очень красиво. Так, это пришел гель от YouSugar. Ну, наверное, уже все эти бутыльки знают, что здесь какая информация написана, что здесь Made in China. Ну, после вскрытия 36 месяцев. Soft Pink. 7,5 миллилитров. Давайте посмотрим цвет. Ой, такой приятный, прям приятный цвет такой, он какой-то, я бы сказала, даже какой-то как топленое молоко, что ли, розовато-молочный цвет, вообще красивый. Вот как в бутыльке видно, вот такой вот он в жизни, как в бутылечке. Очень приятный цвет. Ну, мне нравятся гели, наполнение полный бутылечек. Мне нравятся эти гели, у меня уже есть камуфлирующий гель. Еще где-то мне прозрачка должна прийти. Очень классно с ними укрепление по-быстренькому делать. Хорошая штука. Так, дальше. Ой, это тоже потеряшка. У меня уже такие были. Были голубые. Пришли розовые. О, они прям такие яркие. Классные вообще. Мне вот, кстати, понравились голубые. Они такие к телу приятные, кружавчики. Ни одну стирку выдержали, пока не растрепались. И не давят. Размер XL, но я беру себе размер побольше, потому что не люблю, когда впивается резинка в кожу. Ну, обычные нормальные трусишки.
Мне нравится. Вот фирма. Так, дальше идем. Беру по порядку, не знаю, что там где, потому что... Так. А, наушники. Тоже я их... долго так они шли ко мне. Мне уже тоже за них деньги вернули. И где-то я заказывала еще белые, эти долго не шли, ну, не могла, не приходили. Я заказала белые, но вот белых еще нет. Ну, обычные, здесь это не гарнитура, это обычные наушники. Сейчас послушаю, как звук у них, и скажу вам. Ну, звучание четкое, они работают. Ну, естественно, кто меломаны там любят, там басы и все такое, конечно же, и захает, но мне нормально, музыку слышно отлично, все четко, и как бы, в принципе, почему бы нет, за такую цену, за, я не помню, по-моему, за 35 рублей я их брала, меня вполне устраивает, нормальный звук, нормальные наушнички. Так, следующее, такой пакетик большой, боже мой, такой большой пакетик, а в пакетике вот такой всего лишь маленький мешочек. У меня уже есть такие розовые ромбики и, по-моему, Аврора, что ли, таким голубовато-розовым отливом. Красивые ромбики, они тоненькие. У меня даже дизайн был с этими ромбиками и относилась отлично вообще. Сейчас поближе. Классные ромбики. Мне они нравятся. Ну вот решила еще вот такие, они тоже копейки стоили. Решила, вот еще пусть будут. Дальше. Так, ну, конечно, как можно без носков-то обойтись? Ни одной распаковки. Белые носочки. Обычные носочки, останавливаться на них не буду. Уже говорила, что они хорошо тянутся и спокойно на 38 размер в легкую налезут. Я люблю такие носочки, мне они нравятся. Легко стираются и к телу приятные. Дальше. Вот это да. Я не знаю почему. Тут вчера смотрела блогера одного. Прошу прощения за шуршание. Тут пакеты мешают. Сейчас уберу. И она озвучивала, за сколько ей приходят посылки. Я просто в шоке. Там 25-30 дней. Но у меня же почему так идут? Либо они реально на почте лежат, и мне их не отдают, когда положено, либо что, я не знаю, за этот гель-лак тоже открыт спор, и на стадии возврата надо успеть спор закрыть. Мне очень понравились вот именно вот этой фирмы гель-лаки Термо. Они, во-первых, пигментированы, и с первого слоя они хорошо перекрывают достаточно. Вот такой вот темно-коричневый. Он густой, но, может быть, еще что с холода. Ну, конечно, наполнение не могу сказать, сколько здесь. Ну, конечно, не полный пузырек, потому что мне и того гель-лака приходило вот так вот. Ну, вот. Здесь что у нас написано? 8 миллилитров. Ну, вы думаете, вот в этом бутыльке вот так вот 8 миллилитров налито? Ну, не смешите вы меня. Так, ну, мы попробуем. Дальше идем. Следующая посылочка. Ой, вот это красота. Мне тоже очень ждала долго. Девочки, это 5D наклейки. Давайте скорее посмотрим. Наклейки, слайдеры. Сейчас посмотрю, что это. Ну, тут что-то вот. А, это вот, наверное, как крепить тут написано. Ну, вот кому нужно, на паузу скриньте и переводите. Это не наклейки, это слайдеры. Посмотрите, какие классные. Яркие такие. Прям видно, да, что вот это наклеечки объемные. Очень красивые, мне очень нравятся. Я как увидела, я сразу влюбилась. И, кстати, они стоили 82 рубля, когда я заказывала. А везде они больше 100 рублей стоят. Очень красивые, яркие такие, сочные, вкусные. Так, довольна этой покупочкой. Следующее. А, мамочки мои,
Девочки, ну я не думала, что уже настолько. Гель-лак морда. Морда, ну и название. Ну, наподобие Лиликют. 5 миллилитров флакончик. Что информации вообще никакой. Ну, вот это, я так понимаю, наверное, номер. Ну, конечно, такой красивый тюбик. Налито здесь тоже очень красиво. Хоть бы половинка была. Но гель-лак очень красивый. Вот, видите, он такой с шиммером. Такой винно-красный. Как бы так вот. Сейчас попробую свет отвернуть. Получится вам показать. Нет. И без света, и со светом. И не знаешь, как же уловить сей момент. Ну, цвет очень красивый, но он полупрозрачный, так думаю. Ну, мы тоже выкрасим, посмотрим, что тут у нас будет. Так, дальше идем. Типсы тоже, наверное, месяца полтора назад за них вернули деньги. Вот такие по 5 штучек на одной. Здесь 10 штучек, то есть 50 типсиков. Ну, они, знаете, они вот сами типсы, но вот это вот крепление, они очень-очень хлипкие. Так, типсы эти на кольце. Так, колечко. Ну, колечко легко закрывается. Ну, вот так вот можно там, допустим, не знаю, какие-то дизайны отрисовать вот сразу на 5 пальчиков. Да, типсы всегда найдется применение, куда и что здесь. Так, следующая посылка. Ой, что-то оно у меня даже не открыто. Почему продавцы стали жмотиться на подарочки? Вот очень редко, когда продавец сейчас стал ложить подарки. Прям так. Штампик со скребком. Ну, скребок ровный, жесткий. Я не люблю такие скребки. У меня вот есть от Born Pretty такой мягкий, вот такой вот маленький скребочек. Я уже до такой степени он у меня замызганный. Так, прозрачное донышко. Ну, немножко тут какие-то царапинки есть. Вот. Ну, ничего страшного. Так, теперь открыть надо. Ой, липкий. Нет, штамп, в принципе, ой, там воздух, и если сильно нажать, воздух выплёхивает его оттуда. Ну, не сильно такой упругий. Упругий, но не сильно липкий, я бы сказала, даже не липкий. Ну, мы тоже потом попробуем. Зацапала, замацала. Не помню, кто продавец. Но я ссылки вам оставлю. Вам будет интересно. Вы сможете пройти и посмотреть. В принципе, штампик не так долго шел. Так. Дальше. Наконец-то. Девчонки, не поверите, заказывала, наверное, раз 8 вот эту заколку. И вот сейчас только она мне пришла. А те где-то ходят, бродят. Видимо, кто-то уже их носит. Я вот нисколько не удивлюсь. У нас такие люди на почте, что я не удивлюсь, если кто-то в них и ходит. Потому что часто вскрытые посылки приносят. Ну, обычная невидимка. Тугая здесь нет. Ну, вот этих ребрышек. Но она довольно-таки тугая. Я думаю, должна хорошо держать. Прикольная. Такая прям она большенькая. Тяжеленькая. Красивая. Были еще в золоте. Я в серебре захотела. Но она не так облазит под золото. Так, следующее. Еще одни носочки. Ну, тоже не стоит на них останавливаться. Уже одни были. Так, что, тоже белые носочки. Носочки и носочки.
Прошу прощения. Так. Ух ты! Девочки, это фреза. В такой прям коробочке. Прям так цивильно. Тут мякушка такая, поролончик. Слушайте, прикольно. В ней можно хранить какие-то безделушки, фрезочки. Фреза торнадо. С синей насечкой я брала. С синим пояском. Напыление вроде бы ровное. Эта фрезой удобно работать, что она помогает выметать пыль из-под кутикулы. Мы ее обязательно опробуем, я ее очень ждала. И, кстати, на эту фрезу была транспортировка отменена, ее долго продавец не отправлял, но она довольно-таки быстро дошла. Хоть и отмена транспортировки стояла. Ну, вообще, как-то странно сейчас все вот на этом Алиэкспресс. Я прям вообще... Так, дальше. Здесь пришел, наконец-то пришел чехол. Заказывала, наверное, штук 5 или 7 чехлов. Я уже даже, честно, не помню. И вот, наконец-то, пришел один единственный. Такой прикольный. Ну, обычный силиконовый. На свой новенький или новый я заказывала. Подходит, я так думаю. Ну, сейчас я прикину и вам скажу. Да, одела на телефон, но он отлично подходит. Здесь у нас... Ой. Вот если вам видно, вот небольшой такой бордюрчик, как бы я сказала. Вот. На камере... Вот здесь нету ничего на второй камере. И вот здесь ничего нету. Но мне нравится. Печать четкая. Пикселей нет. Не видно. Красивый чехол такой. Яркий, сочный. Мне нравится. Такой прям как 3D-шный, что ли. Ну, обычный силикон. Вот, да, и мне нравится, что вот здесь вот есть бортик. То есть у вас будет... немножко ниже сам телефон. Бортики. Мне нравится, когда с бортиками. Потому что если стекло защитное на телефоне, то само то вообще впритык. И единственное, что не люблю вот такие вот прозрачные силиконовые. Они, ну, месяц-полтора, они быстро вот эти места как рукой вот берем, держим. Желтеет все. Для разъемы для кнопочек все подходят. Все здесь в порядке. Только вот почему-то здесь капелькой вот сделано. У меня овальный, а здесь вот как-то капелькой сделано. Ну, думаю, ничего страшного. Так, и здесь нет для кнопочек дырочек. Здесь такие вот силиконовые, как, ну, мягенькие такие, как заглушечки. Вот это вот для шнурка еще кто-то носит шнурки, что ли. Ну, а так, в принципе, все подходит. В принципе, меня устраивает. Нормальный чехол. Стоил он недорого. Так, дальше. Причем он... Ну, он вообще не пахнет. Ой, девчонки, вот эти слайдеры. Вот, как бы не соврать, вот точно месяца 3 назад за них вернули деньги уже. И они только пришли. Кстати, я вчера только смотрела и думаю, блин, как я их хотела. Почему они не пришли? А они вот пришли, смотрите, какие классные. Такие девочки, черно-бело-красные. Вообще люблю вот такое сочетание. Прикольные, красивые слайдеры. Классно. Тоненькие, ну, как обычно. Ну, рисунки, конечно, мелковатые, но можно в любом случае как-то их обыграть и что-то придумать. Ну, мне нравится. Так, дальше. Опа, еще одна фреза. Кстати, вот эту фрезу очень хотела попробовать. Вот она быстро очень пришла. Посмотрите, какой у нее насечка какая. Посмотрите, она, видите, как спиралька сделана. То есть не зубчиками. Сейчас попытаюсь фокус вам словить. Вот. Она не зубчиками, она как бы спиралькой. Видите? И
ну, как бы она даже не сильно царапает. Не знаю, я хочу очень попробовать, как вот этой фрезой. Прикольная она такая. С синим пояском там было разные тоже абразивы были, и красные были, и синие. Я решила попробовать синюю. Ну вот скоро уже тут мне переделывать, все поотросло. Вот и попробуем, как она снимает, как она работает. Так, дальше. Еще одни носочки, но это другие маленько. Прикольные. Смотрите, такие. Смайлик. Прикольные носочки. Тоже качество такое же, как и у тех. Хорошие, аккуратненькие белые носочки. Так, что ж у нас тут еще? Последние две посылочки осталось. Наконец-то тоже дошла. Неимоверное количество времени она ко мне шла. STZ N10. Заказала ее фиг знает когда. Уже все давным-давно получили, протестировали. Я уже хотела по новой заказывать. Ну, думаю, не буду. Ну, вот она наконец-то пришла. Ну, попробуем. На ощупь я не чувствую вообще гравировки. Как она будет в работе, попробуем. Так, и последняя посылочка. Это у нас здесь две пластины от Born Pretty. Артист L005. Это вот такие вот девчушечки тут у нас. Прикольно, я вот увидела, я давно хотела, наконец-то заказала. Наконец-то она пришла. Интересная такая пластина. Такие прям интересные рисунки. Девушка, дождь, да. Тут у нас... Девушка, не пойми что. Интересный вообще. Девушка-голубь здесь. Здесь без лица, луна. Тут девушка с дымом, тут с розой. Тут девушка-кактус. Цветы какие-то. Девчонки, ну интересно. А вот смотрите, какой рисунок прикольный. Девушка с астральным мужчиной каким-то. Девушка-гроза. Ну, прикольно. А вот этот цветок с бабочкой. Обалденный, красивый. Вот этот мне очень нравится рисунок. Такая девушка обнимает свои колени. Тут какое-то сердце в колючках плачет. Зонт с дождем. Вот этот интересный пистолет с розой. Ну, тут какой-то костлявый палец. Кликает, типа, смотрите, сообщение пришло. Ну, интересные такие рисуночки. Тоже попробуем с вами. Так, и последняя у нас пластина. Это... Как это читается, не знаю. L002. Вот такая вот пластиночка. Здесь, опять же, русские надписи. Доброе утро. Вот такие у меня уже и слайдеры есть. И есть уже... GR в пластинах. Я, по-моему, я со слайдерами делала. Не помню, знаю, что с такой надписью делала дизайн. Так, еще забыла вам показать последнюю. Тут завалялась у меня, не последняя, завалялась посылочка. Вот такие слайдеры. Я уже думала, выкинула со всем мусором. Не разрезанные, черно-белые. Тут такие цветочки. Вот тут и черно-белые цветочки. И здесь тоже веточки всякие, одуванчики. А здесь надписи. Это не наклейки, это слайдеры. Тут уже и новогодние есть надписи. Покажу вам, вы посмотрите сами. Четко все читается, красивые. Здесь уже и на английском языке есть. Ну, вот такие вот слайдеры нужно будет разрезать. И все. Ну и давайте быстренько с вами протестируем. Посмотрим, как будут вот эти гель-лаки ложиться.
Так, ну я взяла вот этот вот морда. На черную хочу, потому что он такой, видите, он как прозрачная, как будто подложка. Я хочу посмотреть, как будет на черном и на белом. Ну, запах, я бы не сказала, что там сильный какой-то запах, обычный запах. Так, что у меня фокус не хочет опять. Ну, на черном просто такой легкий шиммер видно. Ну, я в один слой перекрою. Блестки легко распределяются. Он довольно-таки выравнивается хорошо. Вот как блесточки эти. Вот трудно показывать на камеру, ловить этот. Вот где-то промелькнул. Вот этот малиновый отблеск. И потерялся. Ну да ладно, пусть пока сохнет на черном и на белом. Неудобно очень, что пластиковый бутылек. Вообще очень неудобно. Он маленький. Там еще и наполнение такое. Какой-то, знаете, даже не красный. Вот на кисточке он такой прям бордо красивый. А здесь какой-то грязный. И у продавца он был более насыщенно наполнен блестками. Может быть, перемешать надо. Ну, в принципе, ложится-то равномерно. Где? Вот. Ну, посмотрим на второй слой, как он высохнет, как он будет. Так, отправляю сушить. Просушила, имеет хорошую липкость. Так, перемешала я этот гель-лак. Такое ощущение, что нам его хватит только на тестирование, и все. Такое наполнение. Ну нет, вообще не то, что у продавца. У продавца он прямо такой ярко-красный, весь с блестками. А здесь какие-то мелкие блестки, такие голубые, сиреневые, розовые. Я не знаю, в расфокусе то вот, ну вот видно. Вот так видно в расфокусе эти блестки. Но нет, его наносить на какую-то подложку. Потому что самостоятельно, не знаю, он какой-то полупрозрачный, и на сколько слоев надо перекрывать это. Ну, может быть, на красный какой-то. Ну, сейчас на черном второй слой посмотрим. Убежала из кадра. Видео, конечно, длиннющее получится, но что делать? Хочется сразу показать тесты вот этих товаров, которые мы получили, чтобы вы имели представление, да, что к чему. Так, ну как на черном словить? О, на черном более-менее красиво. Вот как-то по бокам. Мне кажется, вот на какую-то подложку серебряную, может быть, вообще было бы шикарно. Ну, красиво. Так, все, на подложку 100% однозначно надо нам это наносить, этот гель-лак. Так, и гель-лак вот этот термо. Давайте посмотрим. Мне самое интересно. У меня был один, ну, он есть еще. Мне он очень понравился. Ну, запах обычный. Обычный запах гель-лака. Не воняет, мне в нос не бьет. Ну, конечно, на первый слой цвет такой-то какой-то, да, не очень-то красивый. Но, по крайней мере, он не такой прозрачный, как остальные. Вот у меня один был, он у меня стоит без дела, потому что он вообще ужасно прозрачный. Его хоть на 355 слоев нанеси, он... Ну, вообще не алло. А вот этот мне нравится. Как мне неудобно. В принципе, он и выравнивается. Ну, вот такой цвет. И отправляем его в лампу. Ну, и давайте посмотрим базу. Мне интересно, какая она будет. Ой, она база. База, гель. Гель.
Вот он вообще абсолютно без запаха. Вообще нет, не чувствую никакого запаха. Написано прозрачный розовый. Но вот как-то что-то... Мне он больше какой-то молочный напоминает и розового оттенка. Ну, есть, конечно. Но как-то его здесь совсем мало. Но мне нравятся вот эти гели. Мне очень удобно с ними укреплять. Они очень быстро выравниваются. Вот сейчас быстренько так чик-чик. Я не буду тонкую кисточку доставать. Мы так по-быстренькому все распределим. Переворачиваем. Так, и наносим второй слой термогель-лака. И потом посмотрим, какой он будет. Ну, цвет я вот явно не такой заказывала, по-моему. Ну, не знаю, не буду ничего говорить. Сейчас на второй слой выкрасим. И посмотрим в водичке, как он будет. Все, на два слоя он абсолютно все перекрыл. Этот цвет я не могу разобрать, какой-то цвет даже. Это как вам показать этот цвет? Какой-то он, ну, потемнее у вас, на самом деле он светлее. Так, ну сушим. Так, я просушила тут все это дело. И давайте с вами посмотрим, как оно реагирует на воду. Здесь у меня холодная вода. А здесь горячая. Ну, как бы особо такого отличия не вижу, просто светлее становится. Но разница есть. В принципе, неплохо. Реакция есть на горячее, холодное, причем быстро реагирует. Вот я все перекрыла уже топом. И давайте посмотрим. Что-то как-то вот не впечатлена я вот этими вот лаками. Понравилась мне база. Ой, да что-то я сегодня база, гель. Вот такой вот он. Нежно-нежно розовый. Больше бы я сказала такой молочный с розоватым оттенком. Красивый цвет. И вот красный вот этот вот от морды. На черном еще вот более-менее как-то видно. Вот эти переливы красивые, фиолетово-розовато-сиреневые. А вот красный, ну вот, как, не знаю, по мне нет. Нет, только на какую-либо подложку. Может быть, на красный гель-лак было бы неплохо. Ну и термо. На осень, конечно, цвет как раз такой осенний, коричневато-рыжеватый. Ну, не знаю, тут смотрите сами. Может быть, какие-то листики там сверху сделать, не знаю. Ну, мне не очень. С цветом я не угадала. И вообще, вот, ссылки оставлю, смотрите сами. Ну, и нам с вами осталось протестировать вот эти три пластиночки. Девчонки, я подумала и решила, что в этом видео мы не будем пластины с вами тестировать. У меня под видео в комментарии девушка написала, где был обзор моего рабочего места. Попросила показать коробочку со стемпингом. И, наверное, мы протестируем вот эти пластины и сразу я вам покажу свою коробочку. Так более будет и в тему, и не будем так затягивать видео. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк обязательно этому видео, если вам оно понравилось, если было полезным. Я для вас старалась. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Всем пока-пока и увидимся с вами в следующем видео.